Пахнет деньгами. Серега. Вот это. Это мы забираем с собой. Двухкомнатная квартира на руке. Быстро в сумку. Кто-то открывает дверь. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. На паркинг, через который попадем в квартиру Влада 4. Ключ сработает, потому что если нет, Серега, я не знаю. Пошел. Это ограбление Влада 4. Первым делом найти машины Влада. Как мы сюда попали? Привет, ребят, 4. Я буду это делать не один, а с Серегой. И что это все полная постанова, его ограбить невозможно. Я очень хочу вас попросить поддержать нас лайком. Нас обидится, ему будет очень неприятно. Ему, ребята, как никогда нужен ваш лайк. И будет много лайков, мне кажется, мы еще кого-нибудь ограбим. Вон Влад, что-то делает для ролика. Спрячусь. Свои вещи я просто подхожу к куртке и забираю у него ключи. Самая легкая часть нашего ограбления. Влад там разбирает. Брали у него ключи. Погнали на склад за экипировкой. Давай, давай, давай. Я постою на стреме. Это вообще-то самая ответственная работа. Мы сейчас уже ограбили Влада 4, забрав у него ключи. Стремно, поэтому я очень рассчитываю на ваш лайк. Так, что ты взял? Давай. Так, шапку тебе. Давай. А тебе что? А мне балаклаву. Заметь, друг, ты как бы, ну, прикроешься маской и все. Серега, у меня очки, они заметны издалека сразу. Ладно, окей, Серега. Знаю, что в его дом не пускают обычные машины. Просить подъехать под паркинг. Нормально? Да. Ладно, мы уже проникли, можно... снять маску. Давай, Серега. И дальше искать. БХ заряженная. Это же Ламба 4. Проверь, вдруг там ключи от Ламбы есть. Будут в квартире. А вот и гелик. Вот и Гелендваген. Рядом с Ламбой и гелик. Желтый Порш. Тогда поднимемся в квартиру, посмотрим, что у него за ключики. Все. Так, Серега, ты ничего странного не замечаешь? Это номера. Дата рождения Влада. 5 июня. Делать поспешных выводов я не буду, но если мы найдем еще одни ключи. Где лифт? Тут огромная площадка. Я не знаю, надо его где-нибудь. Это же паркинг, на него тяжело попасть. Тоже открыто. Подозрительно. Камер нету, это хорошо. Да, вроде камер нет. Опа. Проверь. Нет. Не та дверь. Идем дальше. Что это? Идем. Предлагаю налево. Погнали. Это право. Тут еще один лабиринт. Опа. Опять такая штука. Давай, пробуй. Опа. Около лифта. А тут уже камеры есть. Четвертый типа. А4. Либо самый высокий. Сейчас будем разбирать. А вдруг в телефоне у Влада есть эта камера? Давай не будем об этом переживать. Это давление ухо заложило от высокого этажа. Богатые люди обычно типа... Какой-то Пауль. Да это не Паул, это Рауль. Рауль? Я понял. Обычно люди выставляют возле двери мусор, оставляют Баленсиагу, как старье. Зайдем в святую святых. Там этих коллекций полно. Я у Влада вообще ни разу в гостях не был. Грабители по-настоящему. Давай, 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 давай. Заходи, заходи, заходи. Микрочелик, микрочелик. Капец. Не выпусти микрочелик. Свидетель, это Саша, микрочелик, собака. Что будем делать? Считай, что мы владельцы. А, привет. Ну-ка, интересно. Перчатки. Мы не должны оставлять следов. Что же тут можно ограбить? Вот так вот это выглядит. Крыло. Так. О-о-о, сразу джекпот. Очень дорого. Кроссовки не все однотипные. Их тут раз, два, три, четыре. Сейчас покажу. Есть аккаунт в Инстаграме, который оценивает вещи. Смотрим. Кроссовки Gucci. Влад А4. 65500. Смотрим Gucci, если посмотреть Louis Vuitton. Узнай, сколько стоит. Эти кроссовки здесь я не вижу. Но мне кажется, 1100 они стоят. От Kanye West. Реально? Это же вообще редкость. Пойдем дальше. Ага. Так, тут, походу, гардеробная. У Филиппа Киркора увидел. Так, ну по шмоткам ты больше разбираешься. Сразу где-то 1150 минимум. Ой, это где-то 230 тысяч пачек доширака. Спасибо, Серега. Вдвоем в тюрьму сходим. Какую тюрьму? Это наш друг. Носит он ее очень часто. Мне кажется, стоит сразу 1500. Так, аккуратно складываем. И добро пожаловать. Ну, это святое, это классика. Такое воровать нельзя. Ты дорогой здесь, мне кажется. Да, я понял. Хорошо, тогда давай быстрее. Пачка. Джекпот. Она стоит 215 тысяч. Сколько? Это 2000 кроссовок Nike. Просто ты пакет надел с какими-то надписями. Это старье, короче, все, идем дальше. Чувак, а это что за сумка? Дорогая, погнали ее искать. Так, я понял, ты нам не нужна. Сумка Louis V, 3000 бачей. Пахнет деньгами. Она очень крутая. Эту сумку можно вообще купить в портфеле для всей школы. Ее мы тоже забираем. Серега, давай я тебя поснимаю. Только самые цены, самые дорогие здесь. Опа, микрочелик. Залазь, залазь, залазь. Саша, залазь. 60 тысяч. Блин, она не хочет. Погоди, примери. Давай я тебе крикну. 53 тысячи рублей. 3 тысячи рублей? Шикарный вид из окна. Жалко, вам его нельзя показать. Точка в городе. Квартирка просто огонь. Тянуться до уголков? Я не знаю, 1010 долларов. Я обзор видел.
Ё-моё. Серега, смотри сюда. Цель номер один. Ты понимаешь, что это значит? Влад очень хотел набрать, столом лежит. И он ее перечеркнул. Это значит, но подписчики, может быть, вы поможете поднять настроение Владу, перечеркнул свои цели. Давайте мы просто подпишитесь на этот канал. Влад очень для вас старается. Которые не подписаны. Давайте подпишемся и сделаем Владу подарок. Там лестница на второй этаж, туда пока не пойдем. Согласен? Много свечек. Может быть, свечки дорогие? Господи боже. Мне кажется, здесь ничего дорогого не будет. Вообще не готовит еду дома и не хранит. Но он же богат. Может, мы похаваем? Только если сгущенку. Опа, стой, что здесь? Кто-то открывает дверь. Стой. Серега, это что вообще было? Это была просто уборщица, и она просто пришла за мусором. Серега, ладно, давай по-быстрому грабить, времени у нас немного. Какие-то книги здесь. Это все не то. Что такое? Это же счетная машина для денег. И, наверное, доллары. Офигеть. Сейчас найдем и точно посчитаем. Так, сейф, 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 нужен сейф. Старые телефоны. Короче, ничего интересного. Очень дорогая, вот прям очень дорогая. Серега, нормально выглядит сейф, как сейф. Твердый. Я думал, в ячей. Ничего ты не понимаешь. Блять, какой он тяжелый. Это упало. Видимо, что-то драгоценное. Серега, подожди. Ты вот этот. Так тут еще. Подожди, Серега. Сколько их тут? Кажется, мы можем сворачиваться. Ну что, попробуем посчитать? Тут взрослые дяди решают дела. Так, давай сначала немного посчитаем. 55. Здесь 10 тысяч. Просто разнос. 10, 20, 30. Ты знаешь, сколько кейсов в Brawl Stars можно открыть за эти бабки? 10 тысяч кейсов в Brawl Stars. Саня, тебе мы тоже откроем. Это мы забираем с собой. Погнали дальше. Может быть, здесь дороже, чем сейф 60 тысяч долларов. А, перчатки. Дай теперь я. Что за дверь такая? Квартира же двухэтажная. Что у нас такое? Это зона Юли, походу. Здесь... Спокойно. Знаете, что это будет? Мы их нашли! Нашли 60 тысяч баксов. Эти часы стоят 70. Да. Это получается двухкомнатная квартира на руке. Они стоят 400 тысяч долларов. Резина. Это керамика. Берем? Конечно, берем. Знаешь, что это стоило 80 тысяч российских рублей. Быстро в сумку. Какую-нибудь, а хочет аккуратно с ними, какую-нибудь сумку положить. Серега, ты чего? Аккуратно он хочет. Мы же грабим дом. И Кобяков. А где я? Тут только есть моя рука. Ты фотки. Там мы троем стоим. Почему Влад ее обрезал? Че неправильно. Серега, меня обрезали с фотки. Влад, это мы тоже забираем с собой и выбросим на мусорке. Best придумал. Friend. Все, теперь я граблю его по полной. Грабить его дальше. Матрас. О, я хочу узнать его марку, чтобы узнать, сколько он стоит. Влада и Юли. Так, ну чё, гугли, сколько стоит? 3000, ну 5. 40 тысяч долларов. Что? Брать с собой эту кровать. Серега, попробуй ее поднять. Он тяжелый клиент, мы его не заберем. С собой заберем. У него просто лежит какой-то ненужный мобильник. Ну, уже будет только один, Серега, потому что этот мы забираем. Главное, что забрали часы. Это реально джекпот. Это нижнее белье Влада А4. 6 тысяч рублей. Мы оставили Влада А4 без трусов. Серега, осталось немного времени. Давай еще минутку, буквально пробежимся. Тут нет нигде. Проверь, проверь, проверь. Так, здесь вроде нет. Зачем ему Тетрис? Он что, перед сном играет? Очень срочно. Так, здесь вроде ничего нет. Что у нас здесь? Тренажерный зал, Серега. Ох, пахнет спортом. Зал открыл. Офигеть, так, вот это 100%. Стоит это? 298 тысяч. Так, а это что? О, я знаю. Так, допустим, я выберу себе 10. Опа. 20. Опа, поднял и пошел качаться. Спортзал обошелся в 500 000 рублей, Владу. Знаешь, что это? Это массажер, да? Так эта штука, знаешь, сколько стоит? 35 кусков. Погнали отсюда. Нам еще нужно успеть найти ключи от машины. Буду искать ключи. Ну, в гардеробной никто ключи не хранит. Это Ламборгини. А моя сумка? Опа. Погнали на паркинг. Все чисто. Закрываем, чтобы не ограбили. Хотя, стой, мы же просто вышли погулять. Ты заведем? Ну, взял ключи? Конечно. Значит, заведем. Ключ от гелика подходит? Он. Все нормально, Серега, мы же грабители. Ну что? Мне идет гелик? Ты, клиент, веди себя, как будто бы это наш. Ну, машинка как машинка, видел ее уже не первый раз. Так. Мне кажется, мы весь дом разбудили.
Ты это вообще... Предлагаю теперь поехать на ангар и посмотреть на реакцию Влада. Мы на ангаре! Такой план, то его ограбить возможно. И главное, сделать это... Почему ты выглядишь как придурок? Погнали. Всем привет, меня зовут Влад 4. Что это такое? А это прямое доказательство, ключ от гелика. Держи. Я сейчас милицию вызову. Не надо. Самое главное, пойдем посмотрим, что мы награбили. Мы не просто были у тебя дома, мы даже встретили уборщицу. Телефон был. Короче, все хорошо, не переживай. Да, во-первых, это сумка. Самая дорогая, 3000 баксов. В сумке еще что-то было. А, это мы с тобой просто выкинем. Мы его украли. Стой, 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 надо подсчитывать. Ну, трусы. Я ни разу не надевал, как вам цвет? Хороший, мы померили. Это твоя, это наша, это, по-моему, я забыл дома. $1000. Реально столько стоит? Да. Понял. Ну вы уже поняли, я сижу, я приехал пораньше, чтобы пройтись по сценарию. Ребята решили... Мерили, ну это делал Серега, я ничего не мерил. Ты гонишь? Серьезно? Здесь вообще все майки, которые у тебя были. Сразу уже, даже больше, да, мне кажется, 20. Ты вообще дурачок, ты носишь ключ от сейфа на своих же ключах. 50 тысяч кейсов Brawl Stars, держи, это твое. И на тачку, и на границу с Литвой, и поехали. Подарил на день рождения. Это тапочки Юли. Что дальше? В принципе, все. Вот здесь будет итоговая цифра. Не украли. Ты все лишь стырил ключ. Он стоит... Я, честно говоря, боюсь представить, сколько здесь денег. Теперь я ключи ношу в трусах. Правильно, вот в этих. Доказали, что тебя ограбить возможно. Хорошо, что это не кто-то другой. Так бы я сразу же позвонил. А возьмете меня, свою банду грабителей, чтобы мы кого-нибудь еще ограбим. Мы будем судить по лайкам. Ставьте лайк. Если вам понравилось это ограбление, пока.